Неплохо. Ты что, Новый год у кого-то или чё? Чё не так-то? Чё, я не понял, чё не так-то? Енот! Правда, пьяный. А они пьют? Животные ж не пьют, нет? Чисто? Шо? Енот нажрался просто в слюне. Или медведь маленький, я не знаю. Я не знаю, кто это именно, какой зверек. По-моему, енот. И пытается допивать, сделать. Енот-алкоголик, вы серьезно? Я ни разу не видел в жизни, чтобы какое-то животное чего-то напилось. Так, ну вот это вот мы видели, это у парня сено, я так же могу. Да. Музло. Что это такое? А, это нарисовано метро, да? Животное я упал на пизду, срочно, я не знал. Бля! Птичку жалко, сука! Блядь! Бедная птичка, какого хера? Ну и как теперь ржать дальше? Что ее так переколбасило? Бомба чисто. Он так лег, будто там уже и не встал никогда. Бум! И смотри, он даже не двигается. Все, ему удобно. Что происходит? Кирпич поднимает. Не-не-не, положи обратно, положи обратно! Она пытается рыбу стырить? Давай, давай-ка ты, хорош! Хорош! Животные прикольные. Что он делает? Это уголь? А! И зубы такие белые-белые вообще! А, да, он в машину залазит. Колобок залазит в машину. Это норма. Так, подожди, палец приготовлен, если что. А, это просто танец. Попугаи топовые, скажи. Бля, попугаи топовые. Скажи. Пацани в комментах, если считаешь попугаев самым топовым. Ну, может, котики. Может, только котики как-то смогут с ними соревноваться. Но вообще, попугаи это вверху. О, кстати, котики. О, все согласны. Спасибо. Вот живут же люди, а? Вот кто-то я живет дома, а кто-то вот он бегает в костюме хер знает кого, хер знает где, хер знает зачем, хер знает через что перепрыгивает. Упади. Эх. А, она так одежду себе выбирала. Нормально. Нормально. Привет. Привет. А, как смачно это видео, блядь. Сука, полетел. Как
Красава. Вот не будет выпендриваться, вот так вот арбузы резать. Кто их так режет? О, олень оседлал, нормально. Сейчас валится, мне кажется. А я вообще не знал, что этот олень может удержать человека. Ну, да, так ему и надо. Угадай страну просто по одному кадру. Угадай страну по одному кадру. Снова. Зачем они это делают? Вот зачем? Хотя, с другой стороны, это может быть прикольно. Живешь дома и оп, рыбачишь. Это пипец. Один, пожалуйста, хуйнёк, держи. Нормально. Это сосиска? Я надеюсь, что это сосиска, иначе это очень странное видео. Ну да, это сосиска. Издеваться над собаками — это плохо. Все. Потом собака съела хозяина. Что происходит? Он, типа, пытается кроссовок одеть, у него не получается, а все за него болеют. Давай! 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 Ты сможешь! Давай, давай, почти, 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 ну, 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 ногой туда, вот, запиндюрь. Давай. Во-в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 о. Хорош. Он смог. Горжусь им. Это что, яичко? Прикинь, реально устроить такое соревнование. Сначала набухиваться в зюзю, а потом кроссовком пытаться попасть в ногу. Вот это яйца тырит. Ты чё, мужик, своих яиц не хватает? Чё ты забираешь яйца? Это вы чё такое снесли? Это разве яичко? Это же издевательство. Это что, ты снесла? Это же издевательство. Это не яйцо даже. Идите-ка отсюда на улицу все тогда гулять. Красиво. Чё он докопался до бедных куриц? Да, настоящая зима. Столько снега на пушках вообще. Не слышу, чё они говорят. А, не тороплюсь, спокойно еду. Что это за жесть? Что это такое? Понятно. Он вообще пицца? В курсе, что мы в лесу? Да пиццу доставляет мужик. Прикинь, работал, ебать, прикинь, работал мужика. Извините, можно мне, пожалуйста, заказать пиццу? Ага, а где вы? Я, блядь, в лесу, нахуй, с медведями бухаю, приезжай сюда. Ладно, выезжаю. Почему вы даже не дали автомобиль, он просто пешкарем туда пошел. F за мужика, его там медведи и съели, больше его никто не видел. У него коробка на голове, зачем? Это Даркнет, это Даркнет, понятно. Кроссова. Аленка уже не та. Эй, хозяин, открой мне, хозяин. Бля, напусти кота, жалко кота. Зыбок. Посередине дороги. А зачем это? Кто объяснит, кто шарит? Объясните, зачем посередине дороги ставить вот этот вот столб? Типа, чтобы врезаться сразу туда и не улететь в кювет? Нихера! Привет, банда! Угадай, сторона, вот именно. Прикола. Тут прикупила для Лёхи подарочек. Вот такая коробочка красивая. Чё это? И что, мы ее открываем, так. И тут мы видим, ой, мама дорогая! Это в хуй нарисовал, ничего тебе не дай. И что мы здесь видим? Беспроводные наушники с подзарядкой. И еще есть добавочная зарядка вместо USB, что если сядет на крайняк. А что удобно? Вот, да-да-да, ты их одел, и типа вот, да. Так удобно же, ну? И лень как стильно. Ебать, посмотри, как она упала, это как Слендер навернулся. Ебать, страшно. Ты головой ударивай, страшно вырубай. Эпсу такую девку. Нафиг такие здоровые эти.
Бля, вот с этим можно просто взлететь, мне кажется. Нафиг такие большие каблуки? Вот девушки, кто шарит, объясните, зачем такие большие каблуки? Такой машинка маленькая, такой огромный двигатель. Вау. Я надеюсь, это было запланировано, иначе мужику пиздец. Нахуя, блядь. Было прикольно, если бы он опять упал, сломался шею, конец. Ложка? Нормально. Нормально. Что происходит? Машины. А, я понял. Ну, это я видел. У меня каблук 3-4 сантиметра. Не знаю, зачем такие большие каблуки, мне кажется, это как-то вот не очень. Без музыки не то, скажи. Вот раньше я видел это с музыкой как-то получше было. Без музыки. Слышь, они могут так хуйнуть, чтобы вот в робота превратиться и нахуй идти? Такое можно, не? Дайте мне такого, пожалуйста. Подарил подарок женщине. А она такая, а где торт? А где торт твой? А вот он уже весь в жопу пошел. Это фиаско, братан. Да-да. Машина этого сына маминой подруги, твоя машина. Зато в пробках стоять не будешь, знаешь? Это можно еще поспорить, что из этого престижнее. И он сколько на бензине отдаст? Меня эта музыка почему-то вымораживает. Вот такая вот. Старая. А самолет? Я его не сразу заметил. Ну нормально. Он говорит, нормально все, все хорошо. Я просто на самолете сюда приехал. А мужик решил посмотреть, что за самолет, какого хера он здесь делает. А, мужик поссать! Он просто сел поссать. Ну нормально, не сверху же ссать, правильно? Все правильно. А правда, вот вопрос, а что делает летчик, если он, ну типа, захотел прям там? Правда, сажаться на землю? Хорош. Я сначала хотел сказать угадай страну, потом держи, уже не нужно по воскликам. Он, по-моему, уже все, он уже никогда никого не ответит, знаете, он промолчал, головой ударился сильно. Да, неплохо. А, автопилот? Давай. А, окей, понятно. Я понял вас, у них памперсы, сомнения. А как это вообще вот так вот заморозилось, я не представляю. Хороший прикольный. А как вода так... Ну, короче, прикольно. Прикольный видос. Этот видос, ну, неплохой.